Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла на ручные часы. Для этого нам понадобится форма 3D в виде часов с циферблатом. Вот выглядит она вот так вот. Также нам понадобится прозрачная основа Мельтоклир, косметическое масло крапивы, гелевый краситель «Золотая рыбка», сухой перламутр золота, глиттер косметический «Золотой Light Gold» и отдушка «Шанель Allure Sport». Также нам понадобится стеклянная палочка для перемешивания и для декорирования наклейка в виде вот циферблата, которую возможно приобрести на сайте Мылоопт. Теперь растопим прозрачную мыльную основу. Основа растоплена. Мы добавляем туда несколько капель масла. Добавляем отдушку. Добавляем перламутр. И все хорошенько перемешиваем. Теперь добавляем глиттер. Для того, чтобы наши часики сверху блестели, можно посыпать аккуратненько глиттером формочку. Ну, полностью. Посыпали глиттером все края формочки. И теперь заливаем основу. Вам до самых краев. И сверху немного сбрызгиваем спиртовым. И теперь ждем, пока основа полностью затвердеет. После того, как основа полностью застыла и затвердела, мы доставим мыло из формочки. И вот у нас получились такие вот блестящие, очень яркие часы. И последним штрихом это их оформление. Мы берем нашу наклейку. Клеим ее поверх.
И вот так вот выглядит наше мыло. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, обязательно ставить лайки. До новых встреч!